Накануне прошла встреча народных избранников с председателем Комитета законодательного собрания по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александром Поголовым. Участниками конструктивного диалога также стали старшие наставники молодых депутатов. Председатель Совета Леонид Кочетов, его заместитель Александр Смирнов, а также представители молодежных организаций города-курорта. Общение получилось продуктивным. Молодые депутаты Анапы поделились своими успехами за 9 месяцев этого года. В том числе рассказали о том, что ведется работа по созданию списка известных анапчан, именами которых будут названы микрорайоны, улицы, скверы, школы. Еще один повод для гордости – открытие при помощи депутатов в этом году на базе Гастагаевской спортшколы отделения по тайскому боксу. Помимо этого, народные избранники активно помогают и в реализации городской программы строительства социальных объектов. Мы рассмотрели, где можно данной программой добавить места в детский садик, где есть дополнительный земельный участок под строительство спортивного объекта, увеличение мест в детском садике, строительство школы согласно генплану, либо дополнительные места, так как данная программа будет корректироваться согласно генплану. То есть это стратегия нашего развития. Мы прекрасно понимаем, что те места, которые мы отвели под застройку, мы должны их держать четко на контроле, для того, чтобы у нас там в дальнейшем был только объект социального значения.